а тебе не хворать. И как можно быстрее к старости дожить. Для того, чтобы соблюдали закон Российской Федерации. Какой закон? Обычный закон Российской Федерации, или ты мне в России живешь? Ну что значит хочу? Ну, вот подождите. Так, не трогайте меня. Я не трогаю вас. А что вы сейчас сделали? А что вы сейчас сделали? А что вы сейчас сделали? Зачем меня тронули? Ну я тронула, я говорю, не надо снимать. А вы имеете право это делать? Нет, не имею. Кем? Сейчас. В смысле? В смысле сейчас? Кто запретил? Какое? А документ у вас есть в запрете? Частное. А как я попал в частное заведение? Что вы поняли? Понял? Не понял. Понял? Нет. Что нет? Не понял. Не понял? Не понял. Ты? Не понял. Ты? С кем? А где руководство? Ну, согласовывайте. А почему снимаете? Подождите. Без разрешения заведующего нельзя. Не буду ждать. Не надо. А что заведующий? Снимает. Все лекарства все снимает. А почему? На каком основании-то, молодой человек? Хочу. Ну что значит хочу? Ну вот подождите. Так, не трогайте меня. Я не трогаю вас. А что вы сейчас сделали? А что вы сейчас сделали? Надо разрешение спросить. А что вы сейчас сделали? Зачем меня тронули за руку? Я тронула, я говорю, не надо снимать. А вы имеете право это делать? Нет, не имею. Ну и все. Здравствуйте. Вот заведующий подошла, молодой человек. Подойдите, пожалуйста. Не хочу. Вам подсказать, пожалуйста? Мне нет. Скажите, а я вам помогаю. Ну, женщине подскажите. А, женщина в нашей охране. Ну, я рад за нее. А я посетитель. А, ну я просто хотела уточнить, потому что вам необходимо. Она меня за руку тут хватает. Да, лучше. Она имеет право меня за руку хватать? А почему она мне хватает за руку? Случайно? Я случайно это на камеру зафиксировал, как она меня схватила за руку. Хорошо, будем иметь. Будем разбираться с этим вопросом. Вообще нет, конечно. А вас запрещено снимать в магазине? Почему нет? А почему женщина запрещает снимать? Это как у видеосъемки? Надо спросить разрешение у заведующей. У кого? Здесь заведующий. И? Да. Даст разрешение вам, пожалуйста, снимайте. В смысле? Нам так говорили. Кто? Как в офисе говорили, что нельзя приходить самим. Вам, наверное, запретили видеосъемку. Мне-то кто может запретить ее? Вы должны разрешить. Я же даже здесь не работаю. Я даже здесь не работаю. Кто мне может запретить? Я к вам обращусь, если мне нужна будет ваша помощь и поддержка. А по Конституции 29 статье. В основном связано. У нас в стране Российской Федерации разрешено фото и видео. Я в курсе. Поэтому я кому вот вышла, чтобы приостановить процесс, который... Вот доведите до сотрудника. Оказался. Все, до свидания. Веду видеофиксацию. С какой целью? Любительской. Ну, она запрещена у нас как частная. Кем?
У нас частный магазин. В смысле? В смысле частный? У нас не является зависимым. Кто запретил? Заведение магазина. Какое? Которое вы находитесь. А документ у вас есть о запрете? Это частный, понимаете? Частный? А как я попал в частное заведение? Что вы поняли? Ну тогда не говорите глупости, понятно? Не говорите глупости, понятно? Хорошо, ладно? Глупости больше не говорите, хорошо? Ну что запрещено, что это частное? Ну все. Я же как-то попал в частную территорию, правильно? В частной территории есть режим работы. Согласны? Так оно и есть режим. Ну? Только меня не надо снимать. Я вас не снимаю, фиксирую. Да. Снимаю девочек. Так и не надо меня снимать. Снимаю девочек, а я фиксирую. Фиксирую, снимаю. Ну, поскольку вы мне уже начали запрещать, поэтому весь диалог, то, что вы запрещаете, производите на данную камеру Sony. А на каком выходе? По нему видно, что он странный. Что-то я даже не помню, рулится сейчас. Здесь вход. А где руководство? Ну, согласовывайте. Покиньте, пожалуйста, бутик, пока на момент мы будем согласовывать съемку. Ну, покинь. Согласовывайте. А у вас 34,7. Чтобы согласовать вашу съемку, для какой цели вы снимаете? Любительская. Что? Любительская. У меня сертификат. У всех, как на Брейтинских, почему? Да. Разрешите ваш аппарат. Я готов доверить, что аппарат. Он пошел согласовывать видеосъемку. Попросил выйти из магазина. Что именно? Уголок потребления? Нет, проведение съемки. Пожалуйста, съемку прекратите. Хорошо, смотрите. Нет. Ну, подожди секундочку. Я сразу говорю нет. И все. Да ладно, ну нет. Вопрос в том, он же должен, в принципе, конечно, просто правовых интересов. Почему он не должен? Он же должен быть как-то выбрать. Есть. И я даже без запроса могу попросить. Ладно, тогда мы пока ждем. Ну, в общем, очередной раз Rolex в России позорится. Да, к сожалению, мы позорились. Вы сильно опозорили вашу компанию. Занимались самым красным. Сейчас я вам расскажу. И так уже в Москве опозорились, теперь в Санкт-Петербурге. Это самопознание называется. А я уже... Пожалуйста, да, хорошо. Спасибо. Вы же фотографируете меня, наших коллег.
я не буду читать вслух. Читать не умею читать, я умею читать вслух. Какая статья предусмотрена, если я не буду это, как, не подчинюсь вашим требованиям? Значит, вы снимаете меня лично. Ну. Пожалуйста, снимайте товар. Это не запрещено, меня лично, я не хочу. Если вопрос, вы сейчас касаемые статьи, мы можем дать контакты нашего юридического отдела. Все вопросы можно задать тут же. Каждый посетитель вашего магазина должен связываться с вашим отделом. Я не обязан знать статью. В мои обязанности это не входит. Незнание закона не освобождает вас от ответственности. А вы меня спрашиваете, какая статья? Вы для меня кто? Вы же запрещаете мне видеофиксацию в магазине. Я вам не запрещаю, поэтому, я говорю о том, что она должна только быть что согласована. Только что запрещали 5 минут назад. Она должна быть согласована. С кем? С нашим руководством. Согласовывайте. В процессе? Я не собираюсь согласовывать. Вас никто сейчас не выгоняет. Вы только что выгоняли меня. Попросили покинуть помещение. Я предложил вам покинуть помещение. Вас не выгонял. И вы не выгоняли тем самым? Вы врете. Ну вот, молодой человек запрещал. Я прошу не снимать конкретно меня. Вы сейчас на работе? Как сотрудник. Да. Все. Мы находимся в общественном месте, сюда вход свободный. Да, абсолютно. Все. Часы работы сейчас, организация работы, да. Продает продукцию, все правильно? Да. Что нам запрещает? Вы можете снимать продукцию, пожалуйста. Мы можем снимать в общественных местах все, что угодно. Хорошо. Можете дома запретить. И ваши запреты, это не что иное, как само право. Только дома. Только дома. С негативом вы пришли, и мы поздоровались, сказали вам здрасте, мы с негативом пришли. Вы принесли все, что вы хотели. Нет, стоп, вы говорите о негативе. Мы пришли, стоп. Мы зашли в ваш магазин, мы поздоровались, правильно? Да, все верно. Это был негатив? Нет, абсолютно. Это у вас пошел негатив по поводу видеосъемки. Потому что я не знаю, разрешена ли я конкретно это. В смысле? Незнание закона не освобождает вас от ответственности. Потому что закон Российской Федерации. Я не в курсе об этом. Я не знаю, у вас согласована съемка или нет. У меня ни с кем не согласовано. Я вам так скажу. Все там согласованы, а нам плевать на ваше. Просто мы ему не подчиняемся. Может быть, это рекламная съемка? Мы ему не подчиняемся. Да даже если рекламная. У нас нет трудовых отношений с вашим руководством. Какое? Ну, согласовывайте. Если просто сказали, что у вас съемка просто, потому что вы просто пришли и снимаете. Просто. Вы же об этом не сказали, вы просто проводите съемку. Мы просто пришли и снимаем. Как вы сказали? Вы могли бы сказать об этом? Зачем, если мы просто пришли? А может быть, она рекламная, я не знаю. Ну, это уже пускай будет рекламная. Ваше руководство в судебном порядке потом может взыскать, если она рекламная. Правда? Да, конечно. Ну, все, как-то, что смысл запрещать, если мы вам все равно не подчиняемся ни вам, ни вашему руководству. Небольшой комментарий по поводу негатива. Изначально он был от вас, вы отказались измерить температуру. Ну, потому что температура не показывает. Я только с улицы зашел. Какой может температуру мне показать ему? Какую? Мы обязаны измерить температуру. Я вам обязаны давать измеряться температуру. Вы меня попросили, я вам вежливо отказал. Мы вас попросили в таком случае рекомендательный характер. Это вы не имеете права меня попросить об этом. Еще раз. Тем инструкциям, которые мне были... Следуйте. А я как покупатель взял вам и отказал. Что будете делать? Это к вопросу о негативе. Что вы будете делать дальше? Он изначально был... Что будете делать дальше? Я вам отказал. Я вынужден вызвать полицию. Вызывайте. Вы сейчас вызывайте. Измерить. Если вы сейчас не вызовете, вы будете балабол. Я еще раз повторяю. Вы же дали измерить температуру? Не дал. Так это нет. Вот так вот. Не дал. Вызывайте сотрудников полиции, да? Вызывайте. Если вы сейчас не вызовете, вы будете балаболом. Все. Ждем полицию? Да? Уже. Хорошо. Заодно вас оформим за самоуправство. Ну вот, не забыл нас полицию вызвали, мы теперь будем ждать. Мы разберемся, кто вы, честно говоря. Пожалуйста. В смысле, люди. Вы думаете, они у нас возьмут документы? Нет, не получится. У них даже оснований нас забрать отсюда не будет. Мы? Это вы будете с ними общаться? За самоуправство можно вызов получить. Вот так вот. Мы ничего не нарушаем. Они сейчас могли убить, словить, а наведут по вашему вызову, потому что вы истерику устроили. Потому что какой-то продавец захотел. Вы-то кто? Просто вот это да? Просто мы знаем законодательство. Что вы хотите? Уже все, что хотели, все получили. Ждем теперь сотрудников полиции для того, чтобы вас оформили. Мы в службе безопасности. А что случилось? Что кого? А? Какой? Вы мешаете. Кому мешаете? Мы ругаемся матом, мы затеваем драку. Что вы с плодом? А? Что такое плодом? Юрий, подожди.
Что такое баланда? Сейчас дождемся и вас проведем. Расскажи, что такое баланда? Почему расскажу? А? Почему на вы, почему на ты? Хочу. А что там? Ну это попроще, то встань перед покупателями тогда. Встань попроще перед покупателями. Ты еще руки в карман засунь. Ты, не трогай моих родителей, понятно? Не трогай моих родителей. Тебя еще никто не тронул. Понял? Не понял. Что нет? Не понял. Ты. Не понял. Ты. Что мне запрещает тебе тыкать? Так он не заслужил этого уважения. Я знаю, потому что видеокамеры снимают от входа и по сегодняшнюю минуту сейчас. Ты не заслужил этого уважения. Я тебя еще даже не тронул. Я тебя не тронул еще. Я стою как минимум в метре от тебя. И даже дотронуться не могу. Видеокамера фиксирует. Видимо, балабол. Как только вы меня выведете из торгового зала в часы работы. Конечно, интересно. Ждем сейчас наряд. Ну, наряд. Ну, и дальше что? Просто проверим, кто вы. Да не сможете вы этого сделать. Покупатель, человек. Покупатель. Это будет сотрудник полиции решать. Может, мы посмотрим. А я потом заявление. Сходите с какой-то подозрительной коробкой. Что у вас там? Непонятно. Покупки. Да, пожалуйста. А что у вас в карманах? Давайте ваши карманы также осмотрим. А я вам не обязан покупки, но вот посмотрите, кроссовки у меня есть приобретен. Очень интересно. Носки вам показать, которые были грязные еще? Носки вам показать, которые были грязные? А? Берите коробочку. Это просьба? Я отказал. Можете присесть 15 раз? А что еще вам? Вот. Отжаться, я точно такой же вопрос. Отжаться 20 раз. Так же, как и вы не выполняете мои просьбы, и так же я не выполняю ваши просьбы. Это все. У нас равные права. Потому что на ваши действия нам непонятно вообще. Да, непонятно. Мы закон нарушаем. Как минимум вы отказались измерить температуру. Это противозаконно? Это противозаконно? Они уже решат, это ложный вызов или не ложный. Но я вам так скажу, они даже оформить меня поэтому даже не смогут. Это уже решать сотрудникам полиции. Кому решать? Сотрудникам полиции. Вы, вот, честно, если вы говорите, честно, вот у них безграмотность будет, просто зашкаливает сейчас. Вызов, ой, да это не это Росгвардия. Это Росгвардия. Это будет вам известно. Это не полиция, это Росгвардия. Там где-то сейчас маньяк бегает с пистолетом. Вот, поэтому весь вопрос, а вас оторвали. Какие у них претензии к нам? Мы бы хотели это услышать. Я думаю, у них это. А зачем? Тогда пускай извиняется перед нами. Саш, пускай тогда извиняется. Ну, действительно, когда пускай извиняются, я считаю, что вас отвлекли его специализированно. Будете извиняться? И тогда прошу принять это. Не за что, да? Все, давайте их оформим, чтобы они вас просто так больше не дергали. Зачем? Мы не хотим. В смысле, зачем? Вы-то не хотите, а заявление вправе подать? О привлечении должностных лиц, которые осуществили вызов специализированных служб, не имея на то оснований.
вас нет таких полномочий. Серьезно? Заявление подавать у гражданина нет полномочий? Писать на них, которые вызвали нас. Подождите секунду, я вправе написать заявление? На вызов спецслужб? Подождите, любое заявление я вправе заявить? А уже пускай следователь рассматривает и принимает, вправе я был написать на них, не вправе. Я все понимаю, вам хайп нужен. Не нужен мне хайп. А вы специально это делаете, да? Что, снимаю? Вы специально вызываете конфликт. Какой конфликт? С кем мы конфликтовали? Вот вы пришли для того, чтобы сделать конфликт. Общение на «ты». Это запрещено? Это запрещено? По крайней мере, это не вежливо. Нет, стоп, это запрещено? Это выводит на конфликт. Это запрещено? Это выводит на конфликт. Запрещено? Это выводит на конфликт. Вы провокатор. Вы провоцируете конфликтную ситуацию. Что такое провокатор? Вы провоцируете. Что такое провокатор? Осознанно идете на конфликтную ситуацию. Вы обоснуйте, что такое провокатор? Вы провоцируете. Если ты не знаешь, то не балабон. С тобой вообще никто не ведет диалог. Помолчи. Помолчи. С тобой. И ты. Кто еще позволится? Что вы уже определили, есть нарушение или нет, вы рассмотрели и отказали. И отказываетесь у меня принимать заявление. Я предлагаю вам проследовать. А на месте? Полицию, на месте. Где участковый полномочный примет у вас заявление согласно акта и тому подобное. Какого акта? Я не знаю. Вы это зарегистрируете в книге. Акт заявления? Да, книга приема КУС. Все правильно, да. Зарегистрируют акт по ДСП. Я не могу принять. А ты спровоцировался? Не ты, а вы. Ты, 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 ты. Давайте, пожалуйста, уважаемые, не будем сейчас. Ты. Человек просто неграмотно слушает. Слушай. С родителями, пожалуйста. Не трогай моих родителей. Не трогай моих родителей, иначе твоих сейчас трону. А почему ваш сотрудник трогает моих родителей? Он не трогал никого. Да? Ну-ка скажи, тронул моих родителей сейчас? Я что сказал, ты? Что ты сказал? Что ты сказал? Вот я... Не трогай моих родителей. Ты сейчас со мной разговариваешь. Причем здесь мои родители? Не ты со мной ты. Разговариваешь, а вы со мной ты. Разговариваете. Ты. Вы. Ты. Ты. Прохладно. Что? Что? А что, не расслышал, что я сказал? Нет? Прохладно. Действительно, детский сад. Помолчи лучше. Здесь взрослые люди разговаривают. Да. А ты себя нет. Ты не взрослый, ты безграмотный. Ты. 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 Да, любой. Как и другая сторона. Как и другая, да. Абсолютно верно. Они видят, что это не ложь. Так это их, а полиция уже разбирается, был ложно или не было. Если они смогут доказать, что было нарушение общественного порядка, не вопрос. Но я согласен, что... Я запрещаю тебе меня снимать, понятно? Я тоже. Я тоже. Что ты тоже? Запрещаю. Я тебе запрещаю. Сам запрещает, еще тут сам фотографирует. В своем уме вообще. Можно, мне нельзя. Потому что тебе запрещено это делать. На основании того, что вам работодатель запретил. Вы в общественном... А я не работаю у вас. Не вам судить, не шуму. А ты молчи. Ты молчи. Это просто... Не открывай свой рот. Специально делается, это вот люди хотят. Кто вы такой, чтобы меня запрещать? Я? Да. Посетитель вашего дешевого магазина. Вот кто я. Как только пересек порог этого, вот этой двери, я стал потенциальным покупателем. Понял? Покупайте, пожалуйста. Я сам разберусь. Ты. Нет. Что нет? Для вас я жив. Ты. А на каком основании вы? Не привык еще так разговаривать. Ты. Можешь мне еще на колени перед тобой встать, а? Можешь. Да? Отожмись 100 раз. Больше ничего не хотите? И тогда встану. Или не хочешь? Или ты балабол? Балабол. Ну, значит, не балабол. Вот оцените балабола. А вы без камеры также общаетесь с людьми? Да. Да. Ни разу не нарушая. У меня нет. Очередь выстраивается. Это угроза? Нет. Это угроза? Нет. Ну, вопрос просто, да. Вы такие, да? Просто, да, уверенные. Такие смелые, только смелые. Смелые. Да. Вряд ли, вряд ли. Как видишь грамотно. Его испуганные глаза, да? Потому что нарушает закон. Ничего. Иди в коморку поплачь. Я спит вам не... Что я вам такого? Зачем вы отдадите? Ну все, да. Вот вся речь твоя. Стараюсь. Молодец.
Надо будет еще раз посетить этот магазин. Да. А еще написать это обязательно подписчики. Напишите 2 ГИС, Яндекс, вот все отзывы. Напишите о том, что как они себя относятся. Негативные отзывы обязательно оставить. Вот честно. Это единственный магазин, который устроил вот такую колонку. Остальные понимают, да, что клиенты – это те люди, которые приносят им деньги. Как с ним нужно обращаться? Саша, считай. Ты просто осторожнее вышел. Так, дайте мне скотч. Денег у тебя просто мало, поэтому они сразу видят по твоей форме одежды, какой ты, и сколько у них стоит это все. Ничего они не исправятся. Горбатого могила только исправит. В их случае я навряд ли. Ну вот видишь, Саша, где ты, а где он? Статус сразу определяется. Правила торговли, они не делают 4 года. Придет обычный человек, у которого нет денег, 15 тысяч в кармане, будет и пошел вон отсюда. Вот такое вот отношение у вас к потребителям. Слушай, а давай в следующий раз по 500 рублей дадим вам жабу на московском базаре и приведем их всех. Действительно. И пусть попробует их поугодить. Скажите, вы какой-то канал представляете? А какая тебе разница? Ладно, понятно. Какой? Осман, первый канал представляю. Спасибо за визит. Все в основном. Да. Боже упаси. Хорошего дня. А тебе такого не желаю. И как можно быстрее к старости дожить. Для того, чтобы соблюдали закон Российской Федерации. Обычный закон Российской Федерации. Или ты не в России живешь? Или тебе этот закон вообще в принципе не писан для тебя? Я так понимаю, что да. Выучи Конституцию хотя бы. Вот так тут закрывается магазин Ролекс по техническим причинам.